Всем привет! Привет в этот первый день весны. И мы хотим ознаменовать приход, ну якобы приход тепла в нашу сраную Москву розыгрышем вот этого прекрасного ножа по дизайну Алексея Коныгина, известного в миру под ником Рататуй. Нож под серийным номером 93 с отличной механикой, с черной клипсой и абсолютно бесплатно он достанется тому, кто выиграет в нашем сегодняшнем розыгрыше. Огромное всем спасибо, кстати. Я, если честно, не ожидал, что конкурс будет столь популярен. Аж 72 человека приняли участие, не поленились и сфотографировали наши ножи с книгами. А, вот, кстати, победителю еще достанется календарик на это. Так, а вот еще такая штука, смотрите, какие мы подставки сделали. Под чай, кофе, пиво, ну, все что угодно. Такого вот фотографического качества. Здесь нанесение и наш тег из инстаграма «Я нажиман, блять». Пародирующий некоторые, по нашему мнению, смешные теги других раскручивающихся там товарищей. О, а тут, кстати, лежит новый сертификат. Он сделан из хорошего, крепкого пластика. И теперь сертификаты на наши ножи уже больше не будут после года валяния в наших чехлах представлять себе какую-то скукоженную грязную бумажку. Теперь это будет вот так вот все аккуратно. Чисто. Здесь будет у нас дата продажи и серийный номер стоять и подпись несмываемыми маркерами. Может, царапать будем чем-нибудь прям самим ножом, не знаем еще. Итак, приступим. Смотрите, у нас последний пост, который мы объявили последним, был от Евгения 4. И в нем 72 участника. Мы... Вау! Мы выделяем всех. Копируем нашу волшебную Fruit Machine. Напоминаю, кстати, что если выпадет мой ник или Настин, то мы разыграем два ножа. Поэтому давайте сделаем так. Мы не сразу нажмем на кнопку и увидим победителя, а нажмем на нее три раза, и аж на четвертый раз машина покажет нам победителя. Это я делал для того, чтобы шансов выпасть мне или Насте было больше, потому что мне хочется, если честно, два ножа разыграть. Так, поехали. Первый запуск. Пока не я. Запуск номер два. Опять не мы с Настей. Запуск номер три. Ну, к сожалению, нет. Так что разыгрываем только один нож. Итак, решающий запуск. Сейчас мы увидим победителя. Раз, два, три. Поздравляю с выигрышем, товарищ Пиночет 2014. Поздравляем. Так, теперь немного полезной информации. А, кстати, Пиночет, свяжись с нами. Мы, хотя я тебя и так знаю лично. Вот, мы передадим тебе нож. Немного информации. Мы будем на выставке «Клинок» с 30 марта по 2 апреля. Ну, я надеюсь, по 1 апреля последний день стоять не будем, потому что распродадимся. И на выставке «Арсенал» с 20 по 23 апреля. На выставке планируется десептикон уменьшенной версии. Совсем вот такой вот. Вот такой вот маленький. И, скорее всего, будет Т-90. Вот он, наш классический Т-90.
Новый будет на 5 миллиметров короче. Очень просили сделать его совсем чуточку малость меньше. Пошли навстречу, так и случится. Все, всем еще раз пока. Спасибо за внимание. Спасибо за участие в розыгрыше. Спасибо, главное, за поддержку. Нам ее иногда очень не хватает. Но в последнее время ситуация выправляется. И работать приятнее и приятнее. Еще раз спасибо. Всем пока. С первым днем весны.